Полицейские смотрят социальные сети. Водители решили помочь друг другу, а в итоге попали на деньги. Один автомобилист тянул другого, помогал, но не знал, что у другого искрит колесо. Сотрудники УМВД увидели видео в социальных сетях и задержали калининградца за порчу асфальта. Ему грозит штраф. В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео, на котором водитель автомобиля буксировал другой автомобиль без заднего колеса, нанося тем самым повреждение проезжей части. Через несколько часов водитель был установлен и привлечен к административной ответственности по статье 12.33 КОАП РФ, которая предусматривает штраф до 10 тысяч рублей. Меня попросил человек тянуть данный автомобиль, я согласился. По каким улицам? Вот это. Это 9 апреля у нас. А вы когда двигались, вы чувствовали, что что-то не так? Я понимал, что заднее колесо, там спущенный баллон был, диск, да, там. Я ехал по асфальту. То есть понимали, что двигаетесь и портите дорожное полотно, да? Нет, то, что порчу дорожное полотно, я не понимал. Ну так можно двигаться? Наверное, нет, раз меня задержал сотрудник ДПС.